Всем салам, ребята, про РБК. Как вы видите, у меня уровень 17, у меня есть вот такой вот, вот такая маршрут. Начнем про работы. На экране высвечивается навигатор, вот и вот. Изначально вам понадобится, так как у вас будет на любой уровень, пойти на развоз пиц. То есть вы будете развозить пиццу. Потом же... Ну, после второго уровня вы введете промокод клуб. Получится, не получите за это 40 тысяч. Подойдете на водитель автобуса. Лучше всего на водитель автобуса ЛС, то есть Лас-Вегас. Ну, или Лас-Вентурас. Потом уже вы на водитель трамвая, что я больше всего рекомендую. Но для начала, чтобы больше всего... Ну, поднакопить уровень лучше на автобусе, а уже в конце на водителе трамвая. Есть еще вот такой вот мусорщик и эвакуаторщик. В общем, после водителя трамвая вы идете на такси. Это будет у вас примерно 12 уровень. Вы идете вот на этот вот после водителя трамвая на такси. И после такси вы идете уже на эвакуаторщика. То есть вы должны будете накопить тут один уровень. Мусорщик я вам не рекомендую. Она очень сложная работа. Эвакуаторщики уже добиваете до 16 уровня и идете на развод. А дальше уже 25 уровень и дальнобой. Вот. Тогда вы уже сможете очень много поднакопить. Как вы сейчас видите, у меня 40 тысяч. И вот, думаю, что вы поняли сам, ну, сам расклад ситуации, и что, куда вам первую часть. У меня, например, снимай одна за 110 тысяч, другая за 60, вот это за 60. Есть один дом, видите, на радаре, и все. Поэтому, и кстати, я еще начинал с перекупов, то есть у меня было очень много. Конечно же, я это накопил с помощью... И вот думаю, что вы используйте мое видео, когда будете или просто сам этот сервер и просто этот лаунчер, это ждем.